Война длилась 44 дня, и все эти дни армянам морочили голову, говоря, что мы побеждаем. Как передает канал 13, об этом заявил второй президент Армении, военный преступник Роберт Кочерян в эфире программы «Познер» на Первом канале. С первого дня войны в стране было объявлено военное положение. Был взят полный контроль над всем медийным пространством. 44 дня всем морочили голову, что мы побеждаем, двигаемся вперед. Шок был именно от этого. На самом деле оказалось, что за время войны вооруженные силы Армении не осуществили ни одной успешной операции. Провал за провалом, признался Кочерян. Он также отметил, что подписание трехстороннего заявление Пашиняном по Карабаху 9 ноября было неизбежным. «В данном случае у него не было выхода», – сказал Кочерян, отвечая на вопрос, осуждает ли он Николу Пашиняна за подписание трехстороннего заявления по Карабаху. При этом Кочерян подчеркнул, что подписанное заявление для очень многих в Армении было шоком.